Так или иначе, но вера в круговорот поступков живет в каждом человеке. Более того, существует даже такой необычный праздник, как День вставания с той ноги. Этот случай относится к условным приметам, которые касаются буквально всех. Ведь на самом деле мало кто смотрит, с какой ноги он встает. Но различные неприятности, которые случаются в течение дня, как и плохое настроение, человек просто списывает на подъем не с той ноги. И мы решили выяснить, с какой же ноги стоит вставать с утра. С какой ноги нужно вставать, чтобы день был удачным? С правой. А почему именно с правой? Не знаю, так заведено. А вообще есть какой-то секрет удачного дня? Как нужно утром встать, чтобы день был удачным? Ну, однозначно с улыбкой, не думать ни о каких проблемах. Все, наверное. Я думаю, разницы нету. Главное, чтобы в душе настроение хорошее было. И погода в доме, как песня у Долины. Я думаю, с правой. А почему именно с правой? Такая поговорка, наверное, старая русская, поэтому справа. Что нужно делать, чтобы день был удачным? Что нужно делать? Утром. Утром? Ну, наверное, просыпаться с теми людьми, чтобы счастье где-то какое-то. Любовь была в доме, поэтому и день будет счастливый. Вообще в целом вся жизнь. Не знаю, наверное, с левой. А почему с левой? Ну, кто, смотря кто с какой стороны спит. А вообще, что вы делаете утром, чтобы день был хорошим? С утра зарядку. Всегда делаете зарядку? Постоянно. Наверное, я стою с левой, потому что я перелажу через мужа, и получается у меня левая толчковая. Что нужно делать, чтобы день был хорошим с утра? Просыпаться с хорошим настроением. Вы всегда просыпаетесь с хорошим настроением? Да, потому что от моего настроения зависит настроение моих окружающих. Скажите, с какой ноги нужно вставать, чтобы день был удачным? Точно на две, а вообще-то с левой. Левая ближе к сердцу, поэтому я считаю, что она более... Ну, благоприятный день начнется. Какой секрет хорошего начала дня? Что нужно делать утром, чтобы день был удачным? Ну, сразу надо улыбаться, посмотреть в зеркало, сказать, какая я хорошая, красивая, лучше меня никого нет, и все будет замечательно. Все это предрассудки, и абсолютно не важно, с какой ноги вы встали. Это просто выражение, которое закрепилось в обществе. Все дело в том, в каком настроении вы проснулись. Каждое утро давайте себе установку – быть в хорошем расположении духа и радоваться жизни. Чем позитивнее будут ваши утренние мысли, тем лучше пройдет и ваш день. Людмила Кочнева, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Богучаны».